Предположим, ты хочешь ограбить ювелирный магазин через дорогу. Как бы ты это сделал? Предложи любой способ. Он ответил: «Я забросил бы туда мешок с дерьмом. Продавец в ярости побежит за моим другом, а я очищу прилавок». Это запах. Здесь пахнет газом. Зовите доктора Кади. Вы отравили всех пациентов в приемной, чтобы украсть компьютер? Никого я не травил. Просто пролил немного сероводорода и аммиака на пол, чтобы из-за вони все убрались из приемной.